girls and play. Так, Ира, дай мне ребенка туда. Отдохни хоть на 5 минут от него, а? Только мужчины должны сами, а женщины не можем танцевать. Сейчас она берет. Нет, ты что ты снимаешь, господи? Камеру. Блажена, приди, я тут слышу горячий. Вы дайте мне один шарик. Банан. Иринка дорвалась до ребенка, все она теперь не отдаст никому. Хомящая мать-то. Куда она смоталась? Тебе сказали. А, да, да, ну, подожди. Ну, здрасте, мне кусочек только. Держи. А я кусок возьму. Держи. Вон она, вон она, кормящая мать. Кормящая мать, потанцуй с нами. Я не потанцую, Ты ножки закрой. Ты нас забыла уже, как с детьми-то обращаться. Господи, зови меня. Что это такое? Подруга. Подруга. Что у нас здесь такое интересное? Ну, подруга. По моей руке. Краска маленькая. Давай возьмем. И листик маме несем. Подарочек. Ты еще не будешь? Не, ну ты прям взяла как для ребенка. Давай. Ну, конечно. Подаемся? Ой, ну такое сказательское лицо появится. Но ничего не успею не сделать. Я сразу хочу закрыть. Ага, говори, что не забыла. Забыла. Да она все она забыла уже, сколько 13 лет. Стой. Видели мы вас. Видели мы вас. Это что, мальчик или Молчи. Видя, твою сыну здесь сидел.
Сколько можно именинницу снимать? Что больше не будем? Сережа! Сереж! Зачем? Капусту. В нее влезть невозможно. Мама! Да-да, Сереж, вот так сзаду и снимай. Прямо с самого? Нет, нет, не повернись. Сама. Только сейчас варю. Что-то чисто американское. Нет, цветы цветут, а цветы не цветут. Чисто, чисто, чисто стоит. Кто молодец? Все, Игорь убежал, увидели, снимай. Не дать, что-то натворил. Не хочет, да, котироваться. Мужики! 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 Вы здесь? Снимай, снимай, снимай. А под водой снимать можешь? Убирай! А твоей могу? Ну, а как ты? Вот у которой не тебе, она, наверное, вот такая. Фига. Та фига подошла. Там такой рядик, я к вам села в том районе. Я понял, что я садила. Снимаю. Снимаю. И капуста, говорит, цветная. Ну вот это у меня синяя. А, ну да, она там внизу будет расти. Я в прошлый раз на него скинула. Лариса! Лариса! И дело в том, что она нам тут перезвала. Люда! А, Люда? Ну, сделай ручкой. Аля, Улю! Как Женя делает ручку? Нет, не так. Лариса, ну-ка покажи еще, как Женя делает. Я снимаюсь. Так, пошли купаться. Давайте купаться. Она снимает, она снимает. Ну, ты купайся, я сниму. Ладно, сейчас я тебе живот можно потяну? И пошла. Спиной. Так, пожалуйста. Почему спиной-то? Спиной. Здрасте. Спиной. Спиной. Так. Спиной. Так, захватывает? Витя, захватывает? Все? Подожди, не могу. С вас оператор или нафиг? Захватывает? Все, грами потрясла. Повернули. Повернулась. Улыбочку раз. И пошла. Ой, мамочки, холодно! Разве? На белесочку буду купаться! Все, можно не снимать дальше. Поцарапалась. Пошли сниматься дальше. А, она же снимает! Так я дальше пошли сниматься. Где мои штаны? На комментарии. Да, да, да.
где моя рюмка? Есть еще есть три года. Я моей понятия не найду, что за тещу можно выйти. Я как на вас посмотрю, вы же покупаешь. Ладно, здоровья. Ой, спасибо. Спасибо тебе. Ну, я, конечно, за тещу. Я никогда не от зятя этого не дождусь. Ну да, она дождётесь. А вот только поднимет, он скажет, господи, на тёщу, чтобы она скорее сдохла. Не, он такого не скажет. Виктор Иванович, там кнопку надо было нажать, раздохнуть. Я тебя все равно ничего не понимаю, что ты помрешь. Ты сейчас все снимешь подряд. А вот, да, ну, не нужно. Тут ты внуков нянчишь. А тут вот и тут. Тимоненко, ты его вни. Да зачем стирать? Никакого толку. Ну ладно, спасибо за то. Ватя, выпьем за меня. Сейчас выпьем. А что? А где второй хватит? А вот наш маленький. Вон там дядя. Поединый богом. Хватит, а хватит. Что хватит? Ох и теща красивая. Она в кино снимает. Не мешайте, она в кино снимается. Красивая. Первый поцелуй. Слушай, Витя, Витя, пожалуйста, это первый поцелуй за всю жизнь. Ну-ка еще раз целуй. Ой, прямо первый. Да ты в это время поцелуй. Вот когда мозга пришли всем в голову. Все. Ну, четыре с половиной. И началось. Сейчас будет целоваться. Сейчас отбой. Пока у него мозги сейчас он как раз все и пришли. Четыре с половиной заработал. Это 40 лет. Мозги не давай никому. Потом на ногах, который чистит. Валера, я тебе... Ты что, взять плохой тещу? А ты тебе взять хороший? Я так думаю, теща хорошая. Сейчас за тещу или за тебя? Витенька! Витенька! Опа! Ой, молодец! Слушай, честное слово, лучше невестку. Слушай, честное слово, честное вас слово, я не выражаю. А я не сомневаюсь. Потому что сколько они все издевались, я прямо не имею. В лицо ему говорит. Она и говорит, ему не слушает. Какой-то. Раньше рыбнадзор вообще не в почете был. А сейчас рыбнадзор, это она чуть ли не председатель колхоза. Ее бурбон, у нее все ученики. Можно нас заснять? Есть. Раньше лапшу убери. Что говорить? А вот жена рыбнадзора, снимите. Жена. Красивая. Мама, дай ключ. Мама. Неужели я ключ хоть я такой? Лариса Валентиновна, будьте любезны, пожалуйста. Я-то не тёща, я-то не знаю, что за тёща. Я-то не знаю, что за тёща. А, ну давай. Да то вы за тебя. Я бы мать твою не знал. Остановись. У тебя дети есть. Да, там родня, их, значит, на нашу улицу еще. Так, я только не пойму, почему за меня никто не будет. За тебя пили уже. Мы за тёщу пили. За Витю пили, за мать пили, за тёщу пили.
Это будет. На четвертом ребенке. Витя. Знаю его. Ну что за ребенку даешь? Ну он сам знает, что вы. Надо будет. Ну что там, дрожжи? Ну хочется маленький дрожжи. Дрожжи пивные. Низенько хочется. Был ты, конечно. Ну я приезжал. Витя родился. Не, а футбол-то мы играли. Это когда я перед Китаем не увидел. Я бы знал, я бы выиграл. Так за тещей-то будем пить или нет? Ну все выпили. Ну-ка давайте за тёшу, чтобы не пить. У него один... Так они быстро выпили. Я выпью от всей души. И сестра пьет. Она, наверное, выпила. Не наливали. А командир... Дай-ка я купить. На хвосту вот дядя сидит. Выпьем за Нину Павловну. За хорошую тёщу. А мы с ней поедем. За хорошую, говорит, глядищу. За тебя и пьем, дорогая. Чего ты собралась? Теща глядища, говорит. Она собирается ко мне сколько уже ехать. Знать-то вместе. Ну и ты сама давай с нами выпить. Давай, мама. Ну что ты? Мы за тебя хотим выпить, а ты где ты находишься? Я не был там. У меня свои волосы. Не, свои ты чего? Вот смотри, у меня свои волосы. Да я это понял. У меня свои, я иногда не раз их разбил. Я-то понял, что свои, но где ты их взяла? А я, папа, я вот... не поделяю тебе. Ну, может, это совершенно не кстати. Из тебя сорвали. Да я вам скажу такое. Тебя спрашивать буду. Мама, она, ну, если она мне врет, и я сейчас его, она четыре раза делала аборт для меня. Не нужна я была, ну, по какой причине там я? Ладно, потом у меня... В конечном итоге я схватилась, жила и так далее. Я схватилась, жила и так далее. И потом, что у нас в жизни не получилось? Не выбросили нам. У меня сестра есть. Спасибо ей. Я, вот знаете, я перед Богом и перед всем, я спасибо им. Я за счет их. Галя. Галка. Так вот, она все красивое взяла у папы и у мамы. Чумачки. Глаза, все то, что красивое. Знаете, она не красивее вас. Ой. А я все красное взяла. Вот видите, у мамы, у папы глаза широкие, Галина взяла, а у мамы глаза узкие, Нина взяла. О, у папы нос вот такой, Нина взяла. Картавая Нина, руки, вот ужасно показать Нина. Ну, вот эти Гали тоже такие же руки. У Гали тоже такие. Все страшное я взяла у всех родителей. Не надо. И со всех родителей. Вот истинный мой Бог говорит. Ира, правда я сказала нет, тебе? Нет, неправда, я не верю. Мамочка, ты у меня самая красивая. Да у меня Галина всегда говорит, она красивая и самая счастливая. Они уроды. Мой самый вот, красивый. А что я хотела ведь другой сказать? Да, я вот... А что, в общем-то, слушай, не подходил. Вот, а единственное, что хорошо, волосы. Вот волосы я взяла уже, я не знаю, всех родителей. Как ты выхватила, даже не помню. Не знаю. А все хорошее взяла. В 10-м классе, это сейчас можно.
можно завивать, что угодно делать. И вот меня ругают, а у меня начали завиваться с 7 класса. Не с детства, а с 7 класса. И у меня вот такие. А раз 7, значит, я сама завиваю. Значит, это нас учителя тыркают. Я вот иду домой, намочу платок, завяжу вот так вот. До школы. Не крутились, да? Нет, до школы доведу. А потом сниму, чуть-чуть влага, они у меня вот таким образом опять поднимаются. Вот это точно. А я Николаевна лошадь. Это я не напал. Еле доучился. Думала, семьи. Да? Чуть не выгнали. А сколько меня... Чуть не выгнали. А чуть меня сколько школы выгоняли. Я тоже почти. Я еще левой рукой писал. А вот знаешь, что? А вот насчет деревьев моего бы ребенка... Сжечь его на доске! Руби эту березу! И вот я вызываю его к доске, он левый пишет. Мне тоже это... Подстригаться пора. Не напал на... Не напал, дайте, пожалуйста. Переучили! Вот не поняла. Понял, Кирилл. Белый класс? Так, ну, я не умею делать, не знаю, на фильм, на фильм. В первом классе? Извините, я учу только со старшего. С пятого научу. С первого я вообще не способна. Я бы памятник ставила учителям первого класса. Я бы их вообще сам за у него... Да мы можем даже через 80. Нет, ну каждый год... Я считаю, сейчас надо... Вот держу. Да поддерживаю, то я буду. Вот и все. Даже лучше. Ну как даже? Сейчас вот солнце дойдет, и что-то живет. Сейчас пойдем опять купаться. Ой, ну, уже купаешься? Да, гном идет купаться. А? Тоже купаешься? Так я уже купался, уже я же самый первый купал. Вчера. Ваня, тебя не было, а я уже... Там вчера я... Тебя еще вообще не было, а я уже купался. Там вчера воды еще не было, вчера. Давай, нажимай. А то уйдешь. Уже нажал. Нет, да вы чего, ну... Я что, дурной зажил? Чего не умею? А что, Бажина, в брюках все без штанов, а он... Не, такая демисезонная у меня. Я в них купаюсь. Я вот тебе повесил сушиться. Ну давай, Сережа, слова имениннику. А что вообще, может, я тебе голову? Не, лучше с семьей, лучше с семьей. А что, вы не хвалите? А домой как пойдем? А вдруг они а у тебя нет, ты в тех, не... проявятся или не проявятся? Говорить. Да можно в них. А что, ты останешься? Я весь внимание. Ну я и говорю. Я проявляю. Борисочка, был такой. Там шаматотик. Нижнее белье осталось? Нет. Уж нижнее это останется. Так, ну танцевать-то будешь? Чтоб никогда тебя ни один... А пригласи, буду. Пригласи. Наливай. На ой, площадка. Наливай. Там плохо слышно музыку. Там как споткнешься, так уже не слышно. Не, мы тут, ну тут, там, поймешь, где. Этот пьяный оператор, это неправильно, камера его. Камера трясет. Так, заканчивай, сейчас плясать будем. Съемки не... Нормальные съемки. Ира, чего? Чего? Не пришла. Так включи, если плесно. Так а я-то в вашей музыке. Так не вон музыка, давай еще. Еще? Камера качается, это уже другое. Люда, ей сколько лет? 10 лет. Видя, ты кого снимаешь? Меня снимаешь? Это 10 лет. В 89-м я делил Болгарию, ты мне ее давала. Уже давала. Виктор Андреевич, я уже ее носила. Да кого снимаешь? Ну, лет 12. За твое здоровье жизни. Как обычно, да? Прими, там будет, да. Все руки за скрытие. Меня сними. Сейчас, Витя. Пойду, да пойду. Да не меня, не меня, его. А его и снял. Приближаю. Это что за звук? Приближаю. Тебя снял? Я снял. И мы до них добраться не умеем. Ничего не снимешь. Подожди, да. Да. Ты не лезь, а? Я знаю, как все делать. Вон оттуда из кустов. На солнце светить, на солнце никогда не спускать.
На солнце никогда не пар. Она снимает. Алло. Нет, вот мне по через день денег, девчонки, ну что вы сейчас едете, вы что? Захожу, зашли мы, ну уже. О! Вот так перегорожен. Мона Лиза, ты же как я звал тебя с причала.
Только стоит, смотрит, Сергей. Нет, он нет, что-то там. Да из фляги поднимай, что ты. Фляга, бурасок, ну. Благодать. А что не купаешься? А мне купальника сегодня нет. Ну, мы отвернемся сами себе тут. Ты знаешь, у меня тоже нету. Давай. А я уже... Я уже в Абакане, в реке, в любых реках уже купался, да?
друга пошел.